Классика жанра. Нормально. Что нам это самое? Что туда? Тише. Хорошо, замечательно. 29 сентября 2000 года. 2000-го? Да. 2000-го. 2004-го. Я тоже думаю. Звонит мне мой брат. Ребенку 20 лет, он папа. Я не знаю. Не, я тогда просто об этом подумал, я ей позвонил. А, понятно. Вообще-то я думаю, как это, папа, он говорит, я бросил группу, я говорю, где, в Лами я поехал, куда? В Салоники. Это без 20:11, поезд на Салоники, последний уходит в 11. Я с Агианаргери, как есть, беру такси и еду на вокзал. Как ну, есть, в пижаме. Нет, почти. Она в одежде была, она в джинсах пришла, я помню. Да. Билетов нету. Мне говорят, эхуме я Орфеуш. Я говорю, в смысле? Стоя как? 6 часов. Какие 6 часов? Нет, это ночной. Ночной. 6, да, он 6, но это ночной, ночью стоишь в поезде. Стоя, я говорю, где стоя? В тамбуре? Да, в тамбуре. Нелли, сейчас пулишуме то и 4, кеопу врите. Я говорю, хорошо, дождь ему то и 4, я зашла. Еще работал вагон-бар. Я скупила все пиво в вагон-баре. Поставила в тамбур, тогда я курила. Да, это тогда разрешало курить. Да, села в тамбур, да, в тамбур на ящике с пивом, и я еду, у меня племянник родился. Пиво заканчивается. Весь поезд знает, что у меня родился племянник. Весь поезд знает, что там какая-то абсолютно ненормальная тетка, у которой родился племянник, и она всем дает пиво. Угощает. Лами, везде, где можно было остановиться, больше чем на 10 минут я давала деньги мужикам. Трехиш, агоразиш, бира, керхиши. Я не выходила, я сидела. Чтобы не потерять, не дай Боже, место, поезд потерять. Да, у меня стоящие, но я сидела на ящике. Ты что, это тоже надо было найти? Липо, я приезжаю в 6:15 в Салоники. Утро, да. Я понимаю, что если я вот так ребенка обниму, он станет алкашом, ненормальным, психом, в общем, неважно как. Я захожу в гостиницу, принимаю душ, там, духи-мухи и так далее. Прокрадываюсь в роддом. Утром. И этого привозят. Его как раз только привели. Да. И я вот с такими волосами, да, завязанной здесь курткой, да, его привели. Он вот такой маленький. Нормальный был мальчик, 3,5 килограмма. И все. Ты человека родила. Это было такое счастье. Которая вот, ну, с да, ним да, я да, испытать да, не да, смогла, я была в Израиле. Да. Александрик, я тебе знаю, что хочу сказать. Я тебе очень часто говорю. Что бы то ни было, ты знаешь, что я у тебя. Я просто хочу, чтобы ты знал, что как бы ты эта жизнь не повела, большая. У меня на тебя не возлагаются надежды на то, что ты здесь. А я тебя люблю априори только потому, что ты есть мой племянник. И все. И это не обсуждается, и мне пофигу, кем ты будешь, и мне пофигу, как ты будешь зарабатывать. Мне тоже пофигу, просто лучше пилота. Я тебя просто очень-очень хотела. Ей нельзя для глаз. Все, я за своего племянника. Вам достаточно.